ехать 5 часов. Братислава. Ночная. А где будем ночевать, вообще непонятно. Но мы отстояли свою позицию. Ни хрена мы им не заплатили. Третьего ночи только разместились. Австрия. Словакия. Вот мост в другое государство. Словакия и Австрия. Много было странностей, да. Дивностей. Да, не так, не так. Встань еще. Подключаемся, заряжаемся, там еще. Ехать 5 часов. Первая станция. Ехать хорошо. Братислава. Ночная. Наш поезд приехал поздно вечером, и мы теперь просто в центре должны гулять, наверное, до утра, я не знаю. Вот. Нашли старый город. И смотри, как он замаскировался, этот пешеходный центр. Древняя Братислава. Вот она, столица Словакии. Мама дорогая, какое оно все старое. Сколько же этим домам лет? Ай-яй-яй, какие они старые. Так даже бреду, не знаю, мама. Сейчас если тут какой-то маньяк называется. Страшно. Нет, просто какие-то улочки. Среди старых домов, но это очень стрёмно. Это вообще заброшка. Вот,
улочка направо, улочка налево. Я прям представляю, как здесь вот старые дома, как здесь гуляют дамы в средневековье, все записано. Очень смешно. Как впечатление? Я же говорю, впечатляет. У меня оно все переносит в средневековье, и все улочки записанные. Пошло. Ну да. Там улочка какая-то интересная. Вот сюда. Слушай, где-то мы видели медведя. А, в Кошице. В Кошице был медведь, когда мы по узкой улице ехали. Едем like a boss просто. И свою мордаху поснимаю. Что, зря я в Братиславу приехал. За 17 евро. Интерсити. Ночью. Первый раз. Где будем ночевать, вообще непонятно. Тут же полиция останавливала. Хотела бабки с нас снять за то, что мы якобы... Ой, кто это? А, какой клевый! Да, что мы якобы проехали несколько красных светофоров. Но мы отстояли свою позицию. Ни хрена мы им не заплатили. Все вот начали фотографировать этого дяденьку, который вылазит из люка. Трошки Львова покажу. Шуткую, це Братислава. Такий театр. Центральная площадь Братиславы. Еле нашли. Улочки настолько перепутанные. Вот какой красивый тут фонтан. Решили посмотреть вечернюю Братиславу. Увидели. Все очень красиво. А потом нужно было найти место для ночевки. Посмотрели по карте, на берегу Дуная какие-то такие заросли. И вот, да, напротив центра города. И заехали сюда, нашли место. Не на самом берегу, потому что опасно было, боялись, чтобы не было никакой неприятности с полицией. Нашли хащи. Хащи. Да, чаривный лист. Тут на дереве сидела какая-то хищная птица только что. Поставили палатку вот здесь, в этих хащах. Вот так. Пол третьего ночи только разместились. Разместились вот здесь, по карте показала, буквально 300 метров, и уже австрийская граница. То есть мы уже на границе с Австрией, на берегу Дуная. Ну, посмотрим, как дальше сложится день. Прошли 120 километров. Буквально пару сотен метров от того места, где мы ночевали с Мирославой, проходит граница Австрии и Словакии. И вот... Мы доехали до этого места. Сзади нас река Дунай. Дунай. И вот Австрия. Словакия. Мирославин велосипед стоит в Австрии. А мой велосипед стоит в Словакии. Вот граница. Вот это вот граница. Поваленный заборчик. Вот и все.
как вы думаете, чем отличаются эти два кочана? Внешне ничем, но этот кочан был сорван вот в этой кукурузе. Это австрийский кочан. А этот кочан словацкий. Сейчас мы попробуем какую вкусня. Попробуем. Ну, это ж сравнить. Это очень вкусно. А словацкий? Словацкий более мягкий, более молодой. Словацкая линия обороны. Доты, дзоты. Вот такие огромные камбразурища вот здесь. Ого! Вот. Ну, заливали, да. Ух. А там что? Да, войдем. Книги. Угу. Да, двери. Несколько было дверей. Как страшно. Я под ноги смотрю, тут есть пол. Вот, помещения разные. Ну, хоть не так... Все запаскужено, да, как у нас. Реально аккуратно. Вот тут окошечко, такое пауки. Здесь какие-то пушки стояли, наверное. Это сталь. Толстющая сталь. Ой, блин. Сантиметров 15 в глубину. Вот так просто на березі Дунаю ріжемо картопельку, варимо супчик. Все це є берег Дунаю. Камінці тут. Сейчас переезжаем Дунай по мосту, специальный мост, сверху автомобильный, а для велосипедистов специально такая есть дорожка. Ай. Река Дунай. Мост, по которому мы вчера ехали вдалеке, возле кораблика. Но по нему на велосипедах запрещено. А мы знак не заметили. Потому что вот этот специальный. Там машины, тут велосипеды. На самой границе с Австрией есть городок Девин. Девин! Освин! И вот здесь, на излучине Дуная, потрясающей красоты замок. Вон он там. Видно, да. О, метеор советский. У нас уже таки не ходит метеор. Это наш советский. О, какое большое сердце. Большое проволочное сердце. Мост в другое государство. Словакия и Австрия. И как этот мост называется? Мост дружбы? Цикломост свободы. Цикломост свободы. Свобода. Цикломост свободы. Ну что, дочка, стартуем? Стартуем. Я уже жду. В другое государство.
Поехали.